О, Аллах, храни моего сына. Адиль! После смерти моей не оставь его одного. А ты со мной в раю будешь? А как же я буду в раю без тебя? У вашего сына хорошие намерения. Пойдем, сынок. Куда, мама? Мы отправимся в Мекку. Не вернемся, пока не дойдем. В Мекку? После того, как пройдете Казахстан, появляется Каспий. Я что, за него всю работу? Садитесь на паром и добираетесь до Азербайджана. Потом идете в Турцию. Потом пойдете в Сирию. В Сирию? Подними одежду! Подними одежду! Да простит тебя Аллах. Стойте! Куда вы забираете моего сына? Мама? Мы мусульмане. Пожалуйста, пропустите нас. Дайте нам пройти. Сын мой, я очень тебя люблю. Я тоже тебя люблю, мама. Я тоже тебя люблю.